Привет, мои самые лучшие друзья. Уже множество я снял багов про Арк Вардена. Возможно, он кому-то надоел, но давай, друг мой, давай уже добьем героя до конца. Ведь ни для кого не секрет, что сам Гейб сидит и рассматривает через лупу каждый мой видос, потом фиксит баги. Этот баг присылал зритель Маэстро, ссылка будет в описании. Еще раз напомню, вы можете присылать. В описании есть ссылка на форму в том числе. В чем суть бага? Опять же, этот баг можно хорошенечко поабузить тем, кто играет за Арк Вардена. Смотрите. Очень много снял я про него багов. То есть, раньше он мог покупать рапиру и создавать свою копию, и у нее тоже была рапира. Это было давно и неправда, миллиарды лет назад. Потом рапиру запретили, и вот, создавая копию, у нее рапиры не было. Тогда я выпустил видео с багом, да, если мы берем одну часть и закрепляем ее, потом берем вторую часть, да, создавая копию, у нее появляется рапира. Это тоже пофиксили, да, я сейчас повторяю, сам Гейб сидит рассматривает все мои видео. Сейчас я вам покажу новенький баг, новенький, свеженький, он относится к иллюзиям, то есть, смотрите. Если сейчас я сделаю, например, с рапира сделаю иллюзии, у них остается рапира. Все хорошо, рапира у них работает. Но если я сделаю с рапира свою копию, у нее уже нету рапира, правильно? Она не передается, и у иллюзии тоже не будет. Сейчас мы через баг сделаем так, чтобы и у иллюзии в том числе были рапиры. То есть в итоге у четырех иллюзий будет рапира вместо двух. Как-то так, большое вступление, я думаю, да? Ну ладно, я думаю, все поняли. Это делается по старому дедовскому способу. Да, через закрепление. То есть мы, как обычно, закрепляем часть рапиры. Берем вторую часть. Здесь минус в том, что у нас целой рапиры не будет у нашего героя. Но, думаю, это не так страшно. Рапира будет, во-первых... Давайте по-другому закрепим, вот таким вот образом. Блин! Еще раз давайте сделаем. Собрал случайно рапиру. То есть я покупаю одну часть, закрепляю, покупаю вторую часть. Теперь это использую манту. Делаем теперь по-другому. Закрепляем вот так вот и вот так вот. Все. Видите, я использую манту. Рапира собирается у иллюзии. Я создаю свою копию. У нее также две части. Она использует манту. Собирается рапиры. Лал. И в итоге 4 рапиры. То есть, смотрите, закрепление может не сработать сразу, поэтому лучше пробуйте менять местами. То есть, не получилось вот так вот. Если, давайте, например, сделаю таким вот образом. Я закрепляю эту, снимаю ту закрепление. Вот видите, она не собирается, да? Вот, не собирается. Значит, закреплять нужно все-таки через Demon Age. То есть, мы его закрепляем, а здесь снимаем. Теперь все собирается. Вот такие вот пироги. То есть, с помощью бага мы... имеем 4 иллюзии с рапирами. И опять можно хорошенечко попушить. Вот такие вот дела, друзья мои. Также хочу еще сказать вам хорошую новость, да? Она будет полезна, в первую очередь, для тех, у кого есть свои каналы. Теперь, ну, в течение нескольких дней я начну выпускать видео с лицензией Creative Commons. То есть, это открытая лицензия. Что значит? Если у вас есть свой канал, вы сможете брать или полностью мое видео, или часть видео, заливать к себе и... даже монетизировать. Мне для вас ничего не жалко. То есть вы сможете получать копейку за мое же видео. Но там нужно само собой указывать автора. Это само собой. То есть у таких видео, вы увидите, у них будет иконка такая CC. То есть там будет, как обычно пишется, что видео HD, и рядом будет CC, Creative Commons. То есть это открытая лицензия, вы сможете монетизировать. Если вы, например, сейчас, да, скопируете мое видео, то... партнерка кинет вам страйк довольно быстро. А теперь снова лицензия. Я просто решил для народа отдавать свой материал. Зачем только мне его хранить, правильно? Используйте, получайте за это деньги. Почему бы и нет? Вот такие вот у нас пироги.